До работы у осенне-зимовой пиры от коммунальной службы начинаются рыхтоваться одразу, как только у кватерах отключают отепление. Головная увага – контролю за готовностью отепляльных систем. До наступного сезона плануется выполнить ремонт и реконструкцию больше, как 114 километров тепловых сеток. Отбудется замена больше, чем 70 километров водопроводных сеток. А кроме этого, у огульный спис работ уключены ремонт дахов и где необходимо отепление помешканию. Сярод першочарговых задач так само нарыхтовка палива для котельняв. Традиционно заготавливаем чуть-чуть больше для того, чтобы как раз-таки это топливо полежало на складе, подсохло и, так скажем, с меньшей влажностью поступало на сжигание в теплоисточники, что, соответственно, даст большую отдачу тепловой энергии и, соответственно, снижение затрат на выработку одной калории. Термины выполнения работ остаются неизменными. Згодно нормативу, коммунальные службы должны завершить подрыхтовку до отопляльного сезона до 1 вересня. Для того, чтобы, соответственно, спокойно войти и готовиться, надо не в последние дни, а, соответственно, начинать готовиться с первых дней, для того, чтобы спокойно войти не в авральном режиме и максимальные работы, необходимые к выполнению, выполнить в указанные сроки. Дмитрий Котов, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».